За угон автомобиля правоохранители задержали своего же коллегу. Сотрудника патрульной полиции подозревают в незаконном завладении транспортным средством. Сейчас он находится под следствием. Подробности совершения уголовного преступления в пресс-службе ведомства пока не уточняют. Однако уже известно, что в случае доказательства вины правонарушителя ждет наказание. Ему грозит увольнение и суд. В данный момент проводится проверка по факту правонарушения сотрудника патрульной полиции. По первичной квалификации, которая квалифицирована по статье 289 и 185 Уголовного кодекса Украины.